Джон Фламстед был первым королевским астрономом, который работал и жил в обсерватории Гринвича. Он занимал эту должность целых 42 года, проведя за это время десятки тысяч наблюдений, результаты которых были опубликованы после его смерти в «Небесной истории Британника» и «Звездном атласе» под названием «Небесный атлас». Но работу его трудно было назвать развлечением. Продвижение Фламстеда по уточнению положения звезд для определения долготы было болезненно медленным. Первые 14 лет он практически топтался на месте, хотя у него и были инструменты, ни один из них не подходил для работы в полной мере. Квадрант Гука – просто потеря времени, совершенно непригоден для наблюдений. Только когда он получил небольшое наследство, доставшееся ему после смерти отца, Фламстед при помощи своего ассистента Авраама Шарпа смог построить удовлетворивший его настенный квадрант. Первая запись о наблюдениях датирована 1689 годом, а последняя была сделана незадолго до его смерти в 1719. В 1680-х Фламстед много времени вложил в разработку метода определения долготы по спутникам Юпитера. Поскольку звездные каталоги были по-прежнему очень плохими, Джон даже замечал, что морякам следует делать наблюдения затмений Луны или спутников Юпитера в любом порту, в каком бы они ни находились. Сравнение этих моментов с теми, которые мы делаем тут, в нашей обсерватории или в любом другом месте, где работают аккуратные умные люди, могло бы дать нам долготу этих портов. Недостатки наших карт, на которые так жалуются наши навигаторы, могли бы таким образом быть компенсированы. И хотя бы часть работы по облегчению навигации была бы сделана. Используя самые точные эталонные часы своего времени, построенные Томасом Томпионом, Фламстед записал положение звезд на небесном меридиане Гринвича, который они пересекали каждую ночь. Каталоги с этими данными позволили ему создать точные карты неба, которые потом долго использовались астрономами разных стран как отправная точка для планирования их собственных наблюдений. Знаете Фламстеда? Отличный каталог, всегда им пользуюсь для работы. Карты звездного неба были декорированы символическими изображениями созвездий, нарисованных Джеймсом Торнхиллом, художником, членом художественного общества Гринвича. После Фламстеда должность королевского астронома в Гринвиче занимали еще 9 человек, в обязанности которых входило проведение наблюдений для улучшения астрономии и навигации. Когда Эдмонд Галей в 1721 году стал вторым королевским астрономом, оказалось, что в обсерватории практически не осталось никаких инструментов. Вдова Фламстеда выиграла суд на право владения часами и телескопами и продала их. Галлею выделили 500 фунтов на оснащение обсерватории, и он обратился к наследнику бизнеса Томаса Томпиона Джорджу Грэму с просьбой изготовить квадрант и астрономические часы. Грэм был не только талантливым производителем часов и приборов, он пользовался уважением всего Лондона как хороший астроном. Его понимание слабостей инструментов того времени позволило создавать приборы несравненного качества, а его конструкции копировались потом еще довольно долго. Грэм поставил трое напольных часов, последние из которых под номером 3 появились в обсерватории в 1750-м и служили ей потом верой и правдой еще 174 года. Эдмонд Галлей совершил путешествие на остров Святой Елены, чтобы нанести на карту звезды Южного полушария. Он также при поддержке Адмиралтейства дважды пересек океан, чтобы измерить магнетизм Земли и решить, можно ли использовать разницу в положении истинного и магнитного полюсов для определения долготы. Он нарисовал точки равной магнитной силы, создав первую изогоническую диаграмму. Галлей также нанес на карту направление ветров и течений и предсказал путь и время солнечного затмения 1715 года. Во время работы в Королевской обсерватории Галлей занимался в основном движением Луны, хотя всем нам запомнился прежде всего вычислением орбиты большой кометы и определение периода ее обращения вокруг Солнца в 75 с небольшим лет. Кометы, позднее названы его именем. Памятная доска Галлея в галерее Вестминстерского аббатства напоминает всем о нем и о его знаменитой комете. Джеймс Брэдли. К 1742 году, когда Брэдли стал королевским астрономом, у него уже были открытия, которые позволяли называть его одним из самых лучших астрономов своего времени. В 1722 году Брэдли измерил диаметр Венеры при помощи большого воздушного телескопа с фокусным расстоянием 65 метров. Затем Брэдли занялся параллаксом звезд. Вместе со своим другом Сэмуэлем Малине пытался измерить параллакс гамма-дракона, и эта деятельность привела к открытию аберрации света, связанной с движением самой Земли в космосе.
Это открытие позволило уточнить измерения скорости света, проделанные Рёмером в 1729 году. А еще Брэдли открыл нутацию – покачивание оси вращения Земли. В роли королевского астронома, сменив Галлея, Брэдли, пользуясь своим авторитетом, смог добиться получения средств размером в 1000 фунтов на новые инструменты и с 8-футовым квадрантом, изготовленным для него в 1750 году Джоном Бёрдом, он в течение 10 лет занимался в Гринвиче накоплением ценных материалов для реформы астрономии. Натаниэл Блисс унаследовал кафедру геометрии в Оксфорде у Эдмонда Галлея в 1742 году. Затем был избран членом Королевского общества, а затем пришел на смену Джеймсу Брэдли, став четвертым королевским астрономом. Но он находился на этом посту слишком мало времени, чтобы оставить какой-то серьезный след в истории Гринвичской обсерватории. Невилл Маскелайн. Невилл Маскелайн был пятым королевским астрономом с 1765 года. Его наблюдения были особенно важны для доведения астрономического метода определения долготы до практической пользы. Являясь одним из тех, кто сам мог проверить метод во время океанских путешествий, как королевский астроном он взял на себя ответственность создать морской альманах, таблицы для астрономической навигации, которые стали систематически публиковаться, начиная с 1767 года. Маскелайна заинтересовала триангуляция, особенно измерение длины вдоль меридианов, которую делали Мейсон и Диксон в Мэриленде и Пенсильвании в 1766-68 годах с последующим определением относительной долготы Гринвича и Парижа. Эта триангуляция стала началом большого тригонометрического обзора, который со временем был сделан для всей Британии. В 1772 году Маскелайн предложил королевскому сообществу провести эксперимент по определению плотности Земли, используя отвес. Чарльз Хаттон вычислил плотность Земли – 4,5 плотности воды. Современное значение – 5,515 тысячных грамм на кубический сантиметр. За 25 лет работы в Гринвичской обсерватории Джону Понду удалось сделать целую реформу практической астрономии в Англии, сравнимую с тем, что сделал Фридрих Бессель в Германии. В 1821 году он внедрил метод наблюдения в отраженном свете, из которого в 1825 вывел способ комбинирования отраженного и прямого света на двух разных настенных кругах для определения местоположения одного и того же небесного объекта. Под его руководством в обсерватории совершенно изменился сам подход к инструментальным наблюдениям. Возможно, самым заметным нововведением был шар времени в 1833 году, первый в Англии прибор для передачи сигналов точного времени. Сэру Джорджу Бидделу Эйри суждено было сыграть главную роль в установлении основных стандартов отсчета времени и долготы, которые веками затем определяли все астрономические, астрометрические, временные и географические измерения ученых планеты Земля. Знаменитый Гринвичский меридиан. Здесь можно одновременно оказаться и в восточном, и в западном полушарии Земли. Абсолютная линия отсчета долгот во всем мире. Гринвичский меридиан представляет собой продолжение так называемого транзитного круга Эйри, который был им спроектирован и построен 150 лет назад. Первые наблюдения были сделаны 4 января 1851 года. Круг использовали для регулярной работы вплоть до 1938 года, а последние наблюдения на нем были сделаны в 1954 году. Транзитный круг на исходной монтировке в комнате транзитных наблюдений был немедленно признан астрономами всего мира за его точность, но его реальная важность для науки была подчеркнута на конференции 1884 года в Вашингтоне, где было принято, что главный меридиан Земли, долгота 0 градусов, и начало отсчета универсального времени отмечают волосяные нити окуляра транзитного круга Эйри. Сэр Уильям Кристи заменил Джорджа Эйри в офисе королевского астронома и оставался на этой должности до 1910 года. Создал в обсерватории два новых отдела – астрофотографии и двойных звезд. При Кристи обсерватория получила большое количество новых инструментов, среди которых были 28-дюймовый рефрактор, двойной астрограф, новые альтазимутальные рефракторы Томпсона диаметрами 26,9 дюймов, а также 30-дюймовый рефлектор. Сэр Фрэнк Дайсон в 1928 году внедрил в обсерватории самые точные и надежные часы на тот момент. Дайсон занимался изучением солнечных затмений, являлся видным авторитетом и экспертом в области спектроскопии солнечной короны и хромосферы. Он организовывал экспедиции для наблюдения солнечного затмения в Бразилию и Принсипе, которые подтвердили Эйнштейновскую общую теорию относительности и искривление света гравитацией. Сэр Харальд Спенсер Джонс
Спенсеру Джонсу, как королевскому астроному, достались различные административные занятия, вроде переезда обсерватории из Гринвича в Хертмонсё в Сассексе. Спенсер Джонс возглавил проект по строительству большого телескопа в Хертмонсё, который получил название «Телескоп имени Исаака Ньютона» и был завершен только в 1967 году, после смерти Джонса.